Спасибо большое нашим любимым учителям, особенно Ольге Михайловне Гунько, за такую прекрасную подготовку к нашему празднику. Спасибо вам большое. Кажется, было совсем недавно в первой тетрадочке письмена. Первая наша нетвердая мама. Первая школьная наша весна. Но школьный роман подошел к эпилогу. А значит, почти что исчерпан сюжет. Последний звонок. Мы подводим итоги всем нашим делам за 11 лет. Но главный итог. Обратимся к истоку. Ведь школьная жизнь далеко не игра. Здесь главное мы получили уроки. Уроки надежды, тепла и любви. 11 лет всего лишь миг с точки зрения бесконечного. Но школа, учитель и ученик — эти понятия вечные. Сегодня мы собрались здесь сказать спасибо администрации лицея, учителям, родителям, а также вспомнить, как все начиналось. Этот путь длиною в 11 школьных лет. А начиналось-то все с первого звонка, когда с букетами и ранцем за плечами мы первого учителя встречали. Давайте переместимся в год 2001, когда все мы впервые пошли в школу. И вспомним, как это начиналось. Первый класс — это старт, лишь начало дороги. Это к будущим взлетам надежный трамплин. Ну а дальше — вперед, от урока к уроку. И последний звонок — старт для новых вершин. И на этом пути по ступенькам познаний, в лабиринтах наук, в щедрых россыпях книг, словно штурмом по курсу в Седом океане, рядом с нами надежный идет проводник. Yeah.
школе уж тут всерьез за нас взялись. Со всех сторон нас окружили, как комары в тела впились. Десятка-два прекрасных педагогов не уставали знания в нас вбивать. Мы как могли сопротивлялись, еще пытаясь вовремя все сдать. И вот наступил год 2007. У кого 2007, а у кого и 2008? То есть? Год поступления в лицей. А, точно. Тревожный шумный день встает из-за вершин седых многоэтажек сквозь гулкий шум машин. Сегодня в новый класс, сегодня в новый дом. Как встретят меня там, легко ли учиться в нем? Как в этом классе я смогу друзей найти? Как сложные предметы вдоль поперек пройти? Сегодня в новый путь, далек он тернист, но я его пройду, теперь я лицеист. Да. И в первый наш учебный день нас встречала в лицее администрация. Какому мы не посмотрим свете, директор наш за все ответит. На всех на школьных этажах, на всех на главных рубежах. Какая яркая вы личность, вам ставить жизнь за все отлично. И школу до конца сначала прошли под вашим началом. Еще вам выпусков немного, а нам вперед, своя дорога. Уважаемая администрация, вы бдили, вы курировали нас, все приведенные здесь в школе годы. Не чувствовали ваш хозяйский глаз, что видел непорядки и несгоды. Нужна замена, вы уж тут как тут. Не бродим по школьным коридорам. И ноги, хоть и нехотя несут, но с дорог без лишних разговоров. И завертелись лицейские будни. А в подарок администрации мы приготовили танец. И перестать катиться дальше вниз. Шаг прежним голоском вы долго пели. Не знали вы, что с русским языком я как Онегин с Ленским на дуэли, или как Печорин с этим, с Казбичом. Не знали вы, что я в сплошном дыму от суффиксов, корней и окончаний с того и мучаюсь, что не пойму устойчивости ваших сочетаний. Но вы не знали, я в сплошном бреду от образов, сравнений и метафор. С того и мучаюсь, что не пойму, откуда у Луки такой характер.
Но не сердитесь, мы многое умеем. И даже знаем несколько морфем. Казнить нельзя, помиловать скорее. Напишем изложение без проблем. Счастливые часов не наблюдают. Твержу слова, как будто не в попад. И свежести второго осетрина не бывает. И рукописи точно не горят. Простите нас, простите все сполна. Мы что-то перепутали в волнении, но на дворе ведь май, весна пришла. И мы шутили про всех, про вас, про нас. И поздравлений наших масса. С приветом, с приветствием. Мы очень любим вас, выпускники 11 классов. Oh, God.
то день рождения. С радостью идем на урок. Ваш предмет – источник вдохновения. И у нас не вызывает шок. Слава Ньютонам, Амперам, Омам, Эйнштейн, хороший человек. Александр Васильевич, Иван Валерьевич, счастья, радости, здоровья вам навек. Огромное спасибо. Проникновение в интернет, прогресс негасимый свет, превратился интерес в перерастающий прогресс. Не зря нас много загружали, мы 100 крат умнее стали. Мы можем все. Спасибо вам, компьютерным учителям. Полученный опыт весь год умножали и делились с учителем радость победы. Мы сложили таланты с упорством в квадрате, и за скобку проблем суету вынося, получили мы знания багажа в результате. Жизнь без них нам в дальнейшем представить нельзя. Выйдем ночью в поле вдвоем, добра гебру мы споем. Два плюс два стремится к нулю, и без лишних бед, и жуя обед, докажу, что бесконечности нет. И без лишних бед, и жуя обед, докажу, что бесконечности нет. Наталья Алексеевна.
Александровна. С нами съели разных Уважаемая Ольга Ивановна и Галина Алексеевна. Шампанского! Уравнения, примеры, задачи. Неужели теперь позади? И пока мы еще не знаем, что будет у нас впереди. Don't worry, be happy.
таких у нас не будет, нет, don't worry. Мы рядом. И чтобы с вами не происходило, пусть будет только как у крокодила, не бойся. Будь счастлив. Не бойся, будь счастлив. Начальные годы славян. Про Петров, Иванов, Александров вывели откровенный рассказ. Вглубь истории, без скафандра, погружая задумчивый класс. Без помощи дружеской вашей, как бывало в недавние дни, знали бы мы из истории нашей лишь легенды и сказки одни.
олимпийские надежды, вы из нас расти стремились. Посмотрите на мальчишек. Да, не зря вы потрудились. Пусть они еще орлята, в перспективе же орлы. Пусть рекорды пока что олимпийским не равны. А взгляните на девчонок, как стройные и грациозные, потому что они спортом занимаются серьезно. Поломает руки.
апгрейдах совершенных или будущих. Свистят они, как пули у виска. Замены устаревших комплектующих. У каждого апгрейда свой резон. И вот уже расправившись с сомнениями, я хорошо, но вероятность здесь пополам.
Спасибо.